Друзья, всем привет! С вами канал Охотничьи просторы Томича. Я его ведущий Александр. Продолжаем наш отстрел прогресса в сравнении с родным чоком. Батл наш. Сейчас будем стрелять с вами средними номерами дробей. Значит, подготовил я пятерочку. Главпатрон Сильвершот, СКМ Русь, СКМ Индустрия и Азот Сибирь. 32 грамма. 32, 33, 34 грамма. Вот так вот. Давайте начнем с Сильвершота. Контейнерный патрон. Дульное устройство включено. Прогресс. Единица. Сильвершот, пятерочка, 34 грамма. Стреляем в левую мишень. Зима, конечно. В амуниции во всей стрелять тяжело. Прям все так плотно давит. Вот. Ну, кстати, костюмом Ямал я доволен. Вообще классно. Для своих задач он справляется. Прям тепло в нем. Я бы даже сказал, очень жарко. Так, ну все, погнали. Левая мишень. Перекручиваем сужение. Патрон тот же, пятерочка, 34 грамма, Сильвершот от глав патрона. Дульное сужение, значит, родной чок, правая мишень. Все, погнали смотреть результат. Так, ребят. Результат прогресса равномерненько, неплохо. Я бы даже сказал, отлично. И результат родного чока получился вот таким. Все, считаем, отмечаем. И включаем. Итак, ребят, результат, значит, родного чока по пятерочке Сильвершот от глав патрона дал результат 118 дробин. И прогресс единица нам дал результат 145 дробин попаданий. Давайте посмотрим две картины, две мишени. Я считаю, выстрел на прогрессе получился поинтереснее. Как считаете вы, пишите в комментариях. Перевешиваем мишеньки и отстреливаем другую пятерочку. Следующий отстрел у нас бесконтейнерным патроном номер 5 от СКМ, навеской в 33 грамма. Пятерочка. Дульное устройство, значит, родной чок, правая мишень. Так, перекручиваем и отстреливаем прогресс. Прогресс вкручен, единица, патрон тот же, пятерочка от СКМ. Левая мишень.
Все, пойдемте смотрим результаты. Результат прогресса. Выстрел левее ушел. И результат родного чока, мне он нравится. Равномерненько все. Все, считаем попадание. Значит, ребят, результат прогресса у нас 113 попаданий. Особь. Можешь я так стрельну. Вот. Основной центр пришелся боя. 113, значит, попаданий. Родной чок нам дал 111 попаданий и нисколько не уступил. Вообще отличный, шикарный выстрел. Бесконтейнерный боеприпас. СКМ. Покажи, Виталий, наглядно две картины Малевича. Правда, не квадрат, а круг. Вот такие особи, такие результаты. Ну все, перевешиваем мишеньки и стреляем азотом. Следующий отстрел у нас азот Сибирь 32 грамма. Патронами этими я не стрелял. Стрелял четверочкой от азота Сибирь. Вот взял на пробу пятерочку. Значит, контейнерный у нас идет боеприпас. Пачка новая. Дульное устройство Прогресс. Единица. Все, делаем первый выстрел. Левая мишень. Перекручиваем. Дульное сужение, дульное устройство точнее. И отстреливаем родной чок. Родной чок крутили. Патрон тот же, азот Сибирь 32 грамма, пятерка. Правая мишень. Все, погнали смотреть. Значит, у прогресса мы видим сгущение к центру. А у родного чока мы видим равномерность. Вот он. Хороший тоже, достаточно, считаю, выстрел. Все, считаем попадание и включаемся. Значит, азот Сибирь на прогрессе нам дал результат 159 дробин. Такая картина. И выстрел на родном чоке мне понравился больше. Прям вообще равномерненько все, четко. В принципе, патрон вот этот, который азот Сибирь, пришел на смену патрону азоту Профи Хантеру, я считаю, вот в данное время. Для зимы его стихия, да, сейчас у нас минус 9 градусов, показывает хорошие результаты. Я остался патроном довольный. Ну вот, пятерочку мы отстреляли тремя видами патронов, так что
делайте сами свои выводы. Мы сделали свои выводы сами. Вот азот понравился, и вот Сильвершот главпатрон тоже ничего зашел. Вот. Ну, такие вот, ребят, результаты получаются. Сейчас перевешиваем мишени и начинаем отстрел четверки. Следующий отстрел у нас, значит, азотом Сибирь, четверочка, бесконтейнерный боеприпас. Стреляем, значит, с родного чока, одна лисочка, правая мишень, 32 грамма. Перекручиваем устройство и отстреливаем прогресс. Прогресс вкрутили. Единица. Патрон тот же, четверочка. Азот Сибирь. Левая мишень. Все, погнали, смотрим результат. Результат прогресса. В принципе, равномерненько. Азот посыпал нормально. И результат родного чока. Считаем и включаемся. Значит, азот Сибирь четверочка нам дал результат 83 штуки, бесконтейнерный боеприпас. Такая картинка, ну вот здесь вот как бы есть окошечки, ну для охоты пойдет. И прогресс нам дал результат 75 штук на 8, получается дробин меньше, но здесь мне понравилось более равномерно. Сейчас посмотрим две картины. Смотрите, делайте выводы. Ну а мы сейчас будем отстреливать еще одну четверочку. Это азот русский охотник. Итак, ребят, крайний отстрел второй части. Значит, будет патрон азот русский охотник, четверочка, контейнерный патрон. Русский охотник, четверочка, 32 грамма. Дульное устройство вкручен, прогресс. Единица. Все, стреляем в левую мишень. Перекручиваем сужение чоки. И стреляем родным. Так, родной чок вкрутили. Азот тот же, четверочка, 32 грамма. Русский охотник. Правая мишень. Все, идем, смотрим. Результат прогресса. Когда мы сравнивали 0,5 прогресс с родным получоком, мне этот патрон понравился. И сейчас он дал неплохую, красивую особь. Патрон этот на Ирбисе, он еще и бывает на Соколе у нас. И результат, значит, родного чока. Особь вот она.
читаем и стучаем. Значит, русский охотник, контейнерный патрон, рот номер 4. На родном чоке нам дал результат 74 дробины. И на прогрессе 106 дробин. Разница в 32 дробины. Все, в принципе, равномерно. Считаю, выстрел на прогрессе получился куда эффективнее. Давайте посмотрим наглядно. Две картины, две мишени. Вот, смотрите, сравнивайте сами. На каких-то боеприпасах заходит лучше родной чок, на каких-то лучше заходит прогресс. Ну, снимаем, подбираем патрончики, что с чего летит. Это и нам будет полезно для охоты, и, возможно, вам, кто будет, возможно, если захочет себе такой чок, вот тоже уже вот они отстрелы, посмотрите, может, уже определитесь тоже с боеприпасом. Ну, а на этом мы заканчиваем вторую часть отстрела. В третьей части постреляем троечкой, двоечкой, единичкой, нулями и картечью. Третья часть будет интересная, я считаю. Так что на этом у нас вторая часть заканчивается. С вами был канал Охотничьи просторы Томича. Ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо, что вы с нами. Всем удачи, всем пока.